Тема нашого виступу – телеканал «Культура». Як ви бачите, ми дуже культурна команда. Настільки культурна, що Дмитро от в будинку культури цей піджак украв. Іван, зараз твої слова. А, ти зайнятий. Как говорил мой дед, обожаю Молдову. И чтобы я больше тебя с моей женщиной не видел, понял? Твоя мать имеет право на личную жизнь. Что ты так завелся, а? Потому что у нас тема телеканал «Культура», а у нас в Стояновке нет ни того, ни другого. У нас и еды нет. Ну ты как-то находишь? Все, успокойся. Дякую, что спсули нам выход. И он и так был испорчен. Короче, це его. От ви всі говорите телеканал «Культура», телеканал «Культура». А то нічого не буде, що ми телеканал «Культура» показуємо на 1+1. Нам якби все рівно, бо якби Коломойський не нам ноги поламає. Не переживай, у нас же тренер культурная. Она там посол ООН. Она получила орден за заслуги 3-й степени. Она в танцах с зерками в четвертьфинале вылетела. Что уже говорит про ее культурность. Та-та, там именно такая тёлка. Она по культуре выкупает жестко. Культурно... Пипец. Шкода, что не можно матюкаться, конечно. Та-та, меньше слова было, но... В общем, есть у нас телеканал «Культура», сейчас покажем. Давайте, давайте, давайте. Че, губами дело, у нас музыка есть, давай. Все, все, все. Телеканал «Культура» смотрят культурные люди. А как же быдло? Кто будет их просвещать? Поэтому дирекция канала решила сделать маленькие изменения. Смотрим. Добрий день. Добрий день. Дмитро, вгадайте, в якій руці? Напевно, в тій, бо в цій мікрофон. О, блін, точно. О, і тут нічого нема. Ладно, у мене і так звістка. Дмитро, вас звільнено. Ху, слава Богу. Ей, і речі свої заберіть. Короче, товариство, зустрічайте. Нова ведуча телеканалу «Культура». Овації! Я перепрошую. А чого ви не в дітті? Чого ви в діті так? То ви самі сказали, що нам якось треба скандалу додати до цього каналу. Ну, ми думали, що ви розглянете там справу Медведчука з Туса. Щось таке. А хіба так погано? Ні, зовсім не погано, просто... Господи, дай мені, будь ласка, сили. Просто... Отже, сьогодні наша програма буде присвячена легенді румунського кінематографу. Автору блокбастерів «Р» означає «румуни». І «Це» означає «цигани». Ви всі здогадалися, певно, що мова піде про видатного режисера Раду Парумбеску. Коли Раду вперше побачив камеру, він сказав: «Дайте мені насос, я все зроблю!» В 40 років Раду вирішив взятися за голову.
І впав з велосипеда. Але скрутні часи в житті Раду почалися, коли ведмідь відкусив йому голову. І за 7 років Раду помер від голоду, бо йому не було куди їсти. І сьогодні у нас в гостях його найліпший товариш, і так сталося, що його син Джон Сміт. Опа! Это я! Это я! Ой-о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 й! Это я. Говорим про Раду Перомбеску. А кто это? Это твой отец. Расскажи про него. Ну, что говорить? Умер и умер. Какой бог страшный. Давай про тебя поговорим. Ну, кто ты, что ты? Я новая ведущая этого телеканала. Меня позвали сюда поднимать его рейтинги. Пу-пу-пум. Ну, насчет рейтингов не знаю, но настроение во! Так, по законодавству України я маю відпрацювати ще 2 тижні. Конкретно тут, на цьому місці, я отак от сидів і от туди от дивився. Простите, а ви як-то зв'язані з Раду Перумбеску? Ніяк, але можу бути зв'язаний, можу бути прикований, як скажеш. А може хто-небудь забрати вот это отсюда? Я могу. Добрий вечір. А ви хто? Я ведущий прогноза погоди, і здесь становится очень жарко. Точно майонез забыла купити. А от мені скажіть-ка, вообще здесь кому-нибудь интересно что-то про великого Раду Перумбеску, а? Мені. Я Раду Перумбеску. Я спеціально воскрес для вашого ефіру. Раду воскрес. Воістину воскрес. Серйозно? Ти директор этого телеканала? Ну, прикинь, який талановитий режисер. Все, короче, можеш доторкнутись до легенди. Ні, ну то легенда сама доторкнеться до тебе. Руки! Так, мальчики, а що происходит у нас, а? Що за детский сад ви устроили? Що за дикари вообще? Мне поставили задачу, я профессионально ее выполняю, и я так эффектно вышла. Я органично работаю в кадре. Вы реагируете, как малые дети. Это битва титанов? Или битва озабоченных титанов? Странно, что вы еще не пошутили как-нибудь в стиле Маши Ефросиськина. Была такая идея. Вы сильная команда, мощная команда. Вас на один эфир попросили быть еще и культурными, а? А вы как реагируете? А как мы маем реагувати? Я в 12 років встаю в школу, включаю телевізор, а там ти ведеш підйом з Горбуновичем. Все така гарна і сексуальна. І все, тепер я тупий, бо в школі не вчився, постійно про тебе думав. І от через 20 років моя дитяча сексуальна мрія – мій тренер. Будеш зі мною сосатись? Ні, то ні, кайфи ламає. Маш. Не слушай его, он молдаван. Иди сюда. Мы культурная команда. Принесите арфу. И очень сильная. Принесите большую арфу. Арфы не было. Прикиньте, какие вот гитара. Блин, я же не люблю на гитаре играть, но ты же знаешь. На арфе красивее было бы, понимаешь? Вы вообще слушали на арфе Цоя, а? Как звучит красиво. Ладно, Маш, хотим тебе спеть очень красивую, такую дружелюбную песню. Ты прочувствуешь дух бобров. Мы так привыкли жить, лигай смехой. Писать всю ночь, чтобы на утро тренер не был злой. Да. Нам стало так легко шутить про бедное село и повторять, чтобы зашло. Знаешь ли ты, что команда «Бобры» очень культурная, нормальная команда? Это что такое? Мне дед разрешил, он мне всегда говорил, можно Машку-заляшку.
Так ти чо, офігел вообще? Ми так привикли кожен раз сказати в зал це його. Що всі сміються, коли зі столом прийшов Дмитро. Але сталося так, що колишні вороги тепер бобри. Тепер бобри. Знаешь ли ты, тренер дорогой, в этой игре для нас ты человек святой. Сердце бобрів тепер в твоих руках, не загуби його і не прогав. Не так круто, конечно, як у 30+, ну тоже старались трошки. А за окном сверкают фонари, проклятый дом. Все, Маша, не надо. Нормально поешь. Вот была бы арфа, идеально бы звучала. Мы в начале выступления хотели із бидла зробити культурних людей. Але веселих бобрів не зламати! З вами були веселі бобри! І Маша Єфросіськіна! Всім бобра! Вау!